Добрый вечер. Колда не сложилась. Пойдем годоварить дальше. Не знаю, потому что я не помню, как тут играть. О, нормально. Так, а я здесь и не заберусь, наверное, да? Понятно. Где он? Надо просто уклоняться. Понятно, нам надо просто уклоняться, не уклоняюсь. Я ник стрим-машина. Так, стоп, подожди, у меня там поехало все. Моя стрим-машина поехала. А почему капчат такой кривой? Так, подождите. Как-то так, наверное. Так. Сейчас, подождите, мне нужно что-то более светлое. Это фон. Че, подождите. Какой-нибудь фон, который бы был белым. Ну, не знаю, вот это, а вот это вот, наверное. Так, сейчас. Раз, два, три. Фу, поехало все. Так, ой. Промазываю. Так, капчат. Чат, капчат. Так, так, наверх, 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 наверх. Правее, 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 правее. Вот так, да? Не, чуть ниже. Фу. Да, блин, оно стакается. Блин, еще правее надо. Не заметил. Да твою мать. А, можно пикселей посмотреть сколько. Ну, типа 10 меня устраивает. Но более-менее. Нет, можно 11. Так, 10-11. Вот 11. Теперь вверх.
Сойдет. Ведь сошло же. Что за мразь вообще? Да. Пока сегодня на Твиче. Сегодня после как его, молниеносного и сокрушительного стрима по сбору детского велосипедного кресла, я принял очередное решение. Я не знаю, как его убивать. Ну, наверное, вот так. Он постоянно из этого... из фокуса вылезает. Почему я не могу на нем сфокусироваться? Да, блин. Кстати, Миш, как понять, что ребенок не вырвался из этого кресла? Ну, в смысле, как понять? Ты его пристегиваешь, и он не вываливается. Наверное, так. Ладно, что-то вот этой херней нормально не получается. Копье не работает. Буду его бить. Насколько надежно? Не знаю, посмотрим. Ну, так как детей у меня двое. Запасной всегда есть нормально, я не волнуюсь. Не, я его не убью никогда, эту игру не пройду. Да вроде не должен ничего расстегивать. Там, ну, довольно сильное нажатие надо. Завалил я того? Нет, не завалил. Вот такой зеленый был. Зеленый страшный, да? Зеленого страшного не завалил. Так, а может мне надо вот эту? Может его надо вот так? Нет. Возможно, его надо за этой штукой заваливать. Возможно, нужно... Меня игра намекает, что его надо закидывать этой херней. Да нет.
Да нет. Как валить эту прась? Возможно, придется гуглить. Как его зовут? Апс. Забыл. Да, можно поставить легкую сложность, но тогда совсем будет неинтересно. Ладно, тут, видимо, надо совсем укрываться вообще. Ну, либо так его просто закликивать. Ох ты, я. Ох, повезло, повезло. Ладно, я понял, как его убивать. Нежно валить хорошо. Сейчас нежно завалим. Я разобрался. Почти. Да, е-мое. Да это чё? Дай ну тебе. Сложная. Вот это надо первую. На, в ебучку. Yeah.
Где он? Да что ж такое? Проклятие. Как убивать будем? Не в смысле. Блин, первый. А, нормально. А чё такое? Что-то мне, блин, хилок не хватает. Блин, половину получается ему снести. Буду ли в Atomic Heart играть? Нет, скорее всего. Я что-то устал за релизами гнаться. Хочу просто играть в игры, которые мне нравятся. Надоело. И в игры, которые мне не нравятся. Как там такое? Блин, опять сейчас сдохну. Да, Elden Ring добить надо. А дальше не знаю, что. Устал я. Устал я бороться. Короче, тут нельзя пропускать удары вообще. Hell. Не, Dead Space 2 не буду. Я буду ремейка ждать. Чем мне? Не хочу играть в старые игры, хочу играть. А, кстати, надо купить, предзаказать Diablo. Diablo 4. Потому что в марте объявили бета-тест. Для тех, кто предзаказал.
в середине марта, а это уже обозримое будущее. Говорил, карту заказа, да и я что говорил, но я что-то устал уже Близзардовские игры пропускать. Diablo Immortal я не играл, потому что на Нидерландах недоступно. Diablo Resurrection тоже не играл, потому что у меня нет ностальгии по старому Diablo. Мне бед хватило. Что там я еще? Все. Overwatch неинтересно. А Diablo интересно, это же такое прекрасное Dark Fantasy дрочево. Почему бы и нет? Половину так получается. А так-то вообще никогда не предзаказывайте игры. Вы что, сумасшедшие? Нельзя предзаказывать игры. Я уже устал. Да, блин. Блин, пропустил. Так, а может его нормально можно топором? Нет. Как его? Армстунга? Армстунга. Пойду гуглить, как убить Ватя Армстунгу. Потому что это невозможно. На моем уровне сложности я это не могу сделать. Армстунга. Так. Так. Так, God of War Ragnarok есть несколько невероятно сложных боссов. Некоторые из них встречаются довольно неожиданно. Разумно, из таких неожиданных боссов. Если вы изо всех сил пытаетесь пройти часть пещеры, в которой обитает маленький монстр, можете посмотреть видео ниже. Так. Так. А, видео ниже нету. Это какой-то поломанный гад. Ладно, ищем дальше. Бесполезная информация. Так, будем буду смотреть видео. Так, сейчас подождите.
что он делает? Он что, его кулаком бьет, что ли? Он его щитом бьет. Он его каким-то каплевидным мечом постоянно его парирует. И что он делает? Но это не наш способ. Не наш метод. Ну вот, ладно, чувак с топорами, хорошо. Так. Сменяю стрелы! О, господи, русская озвучка. Так, ну он постоянно спамит. Ну это прям недостижимый для меня уровень. Но я ничего-то по такого не делаю. Ну, типа, не получаю урон. И наноси урон. Вот такой бой. Ну, парировать его постоянно надо. Ладно. Смерть я не буду смотреть. Ладно. Хорошо. Из него. Ай. Poison at your back. Come on, Jason. Off your back. Fuck. Но это было, ладно, уже лучше. Уже лучше. Так. Блин. Либо оружие менять часто. По КД откатывать и свои обилки, и хоть как-то ему наносить урон.
Какой-то внезапный Dark Souls вообще. По-моему, Жожо мужик проще. Это было плохо. Жесть. Для кого это все вообще? Короче, еще пара попыток, и я сдамся и понижу сложность, и уже дальше буду проходить в режиме, блин, я сосуха. Да что ж такое ты? Это дрочильня, блин. Ладно, попробуй на одну ступень снизить сложность. Прогулка. Последняя контрольная точка. Дед сдался. Но все равно сейчас мне... Ну, полегче стало. Так я его чуть, чуть не добил. Ладно, это, видимо, моя сложность. Чем проще, тем проще. Ugh!
Ну вот козлина. Он нормально блокированием ХП сносится. Ой. Да, блин. Ай, фак. Да блин. Еще все равно сложно. Все равно сложно. Ай-яй. Минус ХП. Чё я научусь? Так. Ай, блин, так хорошо шел. Блин. Все, конец тебе. Фух. Ладно, так и продолжим. Котика. Разбаловал я вас сегодня. Котика вам показывать, котик.
Котик, да. Так. А это что? Great! You got him! Oh, hello there. Sorry, didn't mean to scare you or anything. You did not. Right. Так, я какого-то одного поймал. Whenever you're ready. Сделать кэткам? Ха, кстати, можно. Проблема в том, что это кэт. Этот кэт шляется где угодно. Tunnel must open up just ahead. И чё? А мне, ну... Так, мне нужно... Мне нужна вот эта штука. I can see the rubble from here, brother. Feels like we're in the right place. О, чемодан. Это квестовый. Find the ghost son. Really? Господи. Так, надо таблетку выпить. Вот если бы кошка с закрытыми глазами Dark Souls проходила, вот это было бы хорошо. Да, я постараюсь. Завтра уже, наверное, в офис пойду. Хотя посмотрю, как буду с утра себя чувствовать. Kratos, don't you have a way through that door? Вкусняшки. Не. Фигня какая-то. Так. О, вот это улучшение копья. Эмблема уклонения. Не. Я за... Прекратите над старым дедом издеваться. Так. Я с закрытыми глазами. Так, подождите. Так, опыт Фрей. Так, Друпнир. Не зря зашел. Так, это что? Забытое сокровище. Ну, поехали.
Ладно, ладно, засчитывается. Meeting the lady of the forge really brought back some memories. I thought it was only in my homeland you'd see such things. Mermaids who forge weapons. Aye. I remember very fondly a lake nymph called Nimue. Very talented with a sword. Mimir. I meant that literally. Shame on you. She made the best swords in all the Isles and had old. Big dream. Prepare for a fight. Блин, они пятого уровня. Так, я сейчас сдохну или не сдохну? Another berserker gravestone. А что здесь с ним делать надо? C, потом R. Еще один. А это надо опять на скорость сделать. О, привет. Это, видимо, надо. И че? И как? Да, блин. Твою мать, это сложно. Черт, почти. Блин. Да как? Нет, оно не замораживается. Тут надо как-то мега... Так, а копьем не делается? Нет. Можно ли в любом порядке? Интересный, кстати, момент. Спасибо, еще попробую.
Наверное, можно. Окей, ладно. Тогда начинаем со самого сложного. Так. Спасибо. Черт. Можно чуть-чуть отойти. Блин. Окей. Спасибо за совет. Так бы я бы ничего не сделал без вас. О, тем более это рок. Максимальная ярость увеличена. Кайф. Так, ладно. Че, пробуем? Кто там? Кто в теремочке живет? Последний раз мне так жопу надрали, что я даже не знаю. Опять он? Ну ничего себе он. Ладно, это я займ. Это я за. Хорошо. До свидания. Father. Speak, spirit. О, это дух. Father. I can't see you. I wasn't quick enough. I'm so sorry I abandoned you. Your father is dead. What? How? He went to find the other treasure on his own, to spare you the dangers. It seems that in your efforts to protect one another, you each came to one of these islands on your own, and... I've been such a fool. But... thank you for telling me. Perhaps now we can see each other again. What a shame. In their attempt to spare the other, they both perished. There is a lesson there. What now? We will retrieve the treasure, then return to the father. What for? To finish what he and his son started. That water wheel's getting no water. Так, нужно опять воду восстанавливать. А я могу копьем? По-моему, от копья он уворачивается. Нет. Ладно. Повезло. Alright. Что? Назад. Mm-hmm.
Something appears to be atop that island. Perhaps the treasure the spirit spoke of. We could use that lift, but not while it's up there. Бабочечки. Got him. Another one already? Great. Why exactly do you keep popping up, little one? Does your boss have you spying on us? No. That wasn't our intention. You must believe me. I am here solely to serve as a guide, but only if you want. 10 подрубов в день. 3 подруба всего лишь. И это еще не предел. Sorry if I offended you. I promise I'll be more helpful next time. Jumpy little fellow, huh? Ладно. Сегодня выходной. Ой. Что делать? Не, пока еще не покатали, темно уже. Завтра. Короче, сложнее боссов, только загадки вот эти. Так. А, окей, я вижу. Наконец-то увидел. Окей. И что? И что? Вот это математика. Ну, чемодан, вот она, сокровище. Стандартный сундук. Quite the cash. I see why it meant so much to our lost treasure seekers. Perhaps we should go tell the father what became of his son. Так, а батя где? Ага, ну типа проплыть надо.
There. How was Sigrun when you saw her last? She's still incorporeal, ever since Kratos set her free of her corrupted form. But she hasn't let that stop her from helping any way she can. The truth is, I owe her more than I can repay. О, это что такое? Под воду ведет. Нет, мне надо направо. Не, подождите, меня ведет вот сюда. Почему-то. Мне что, пешком надо идти? А, ну можно и пешком. Ну это странно, конечно. Может, я по пути обратно что-нибудь полезное увижу? Вряд ли. Son. Oh, please, tell me. He died trying to find the other treasure. He didn't know you were doing this. No. Яблоко от яблони недалеко падает. He disobeyed your wishes. Yes, because that is what sons do. I should have brought him with me. We'd be alive and rich beyond all reason. Together. Don't blame yourself. He is at peace. Nevertheless, thank you for finding him. I'll seek him out in Helheim. I'm glad we did this, Kratos. Yes. And I'm sure Atreus will be as well. Yes. Так, а я... Что, я вот это не делал? Я видел вообще вот это? Куда мне? Creature is that? Dead. Неплохо у него с логикой. Так. Здесь какая-то, видимо, загадка. Но я даже не вижу ни одного. Ни жаровни, ничего. Где все? Черт. Я рот этих... Именно. Так, ну, наверное,
Ладно, смотрите. Нет. Кратос, I see something. Так, я вижу что-то. Что? Что ты там видишь? Я ничего не вижу. Она куда-то наверх смотрит. Ага. Ага. Так, она... Возможно, вон там еще вторая. Да. Тут нужно подняться наверх каким-то образом. И она еще где-то здесь видит. А, стопы. Окей. И последнее, давай уже подсказывай, пойдем. Может здесь? Да, вон вижу. Кайф. А вы боялись, говорили сложная загадка. Это для слабаков. О, это для здоровья. Полезно для здоровья. Погнали. Freya, you mentioned that Fimbulwinter had worn down some of Odin's curses, but you still needed help. Was it Sigrun who helped you recover your warrior spirit? Is that how Odin liked to refer to the curse that kept me from defending myself? Oh, I suppose that is where I heard it. Would you like to know how that curse really worked? What it did to me? What it cost me to finally break it? I'm no longer sure that I do. That's correct. This will be of use. And for the Valkyrie Queen? Hope it's to your liking. What do you need? Uh-huh. Так. Все апгрейдим. That ought to hurt him. Вот этот крутой, конечно. What can I make for you?
А что у нас оружие еще? Whenever you need it. Так, мне в телепорт. Now that you have a weapon to deal with Heimdall, we just need to find a way to get to him. Aye, if that's still the plan. It is. Можно, кстати, совсем не бегать, насколько я понимаю. После диалога она все равно появится. Давайте проверим. Передо мной где-то вон там у дерева. True, though I expect retaliation is no empty threat. We need to think through the ins and outs of it. You're getting ahead of yourself. Let's see if Sindri has had any luck. Я угадал. Действительно, бегать тут не обязательно. Вывалит свое копье. Oh, look at that. She's special, that one. Ain't gotta tell me. Have you found a way to reach Asgard? Not as such. Had a few ideas, but they didn't so much work. Brother, without a way to Asgard, what are we doing? I do not know. I need to think. I am tired. Батя устал. Уйти на покой. So, пенсия. Nothing whatever. Smooth as snail shit, like I said. Why? There's some reason you expected it to flip sideways? What? No, no, of course not. I'm delighted. Вот это вот сделано. Этим я периодически подрывом пользуюсь. А, да, что-то я забыл, что я могу серебро делать. У меня серебра-то до хера, а я что-то его не пользовал. Ладно, мне это особо не надо. Need something special? Ладно. Уйти на покой. Пошли спать.
Where are you going, brother? Sleep. So we're just keeping blindly on then, hoping we don't walk headlong into Ragnarok. Is that your plan? Да, вот это план. Он до конца будет раздеваться. О, да. Что он делает? Музыка из Хейла просто. Мешочек с травой. Ой, там лялечка. Well, your father seems very ready to go. Shall we then? This way, Grumbles. Ворчун. Ты Мишка Гамми был ворчун, такой персонаж. Do you enjoy the gentle waves, little one? Your father and I traverse this river often. One day, you will learn to navigate its waters. We live deep in the wild woods. The most beautiful forest in all of Midgard. And it is safe and serene here. Game is plentiful. And you will want for nothing. We're not far from the place your father and I first met. We nearly took each other's heads off. Вот это романтическая история встречи.
Someone. Unfortunately for you, he remains dreadfully stoic. I suppose it will fall to me to teach you language. Your father. Нормально. Ну да, батя не особо разговорчивый. It will fall to me as well, since all he seems to be good for. Бать такой, да. Have you nothing to say to your son? What would you have me say, Faye? Anything. Let him learn your voice. Let him know you. He is far better off knowing as little as possible. Knowledge is not always a burden. Think. The mighty god of war. Frightened of his own child. I do not fear our child, Faye. I fear for him. He is innocent. We are not our failures. We are not who we were. We must be better. Atreus is our future. Keep him safe, Kratos. А там лицо уже бородатое. Не время сейчас спать, Кратос. Одевайся, пошли. Вот этот переход. What did that wall ever do to you? Building focus. Something my father taught me. It work? Not yet. So, what you focusing on anyway? Controlling my emotions. Heimdall keeps trying to make me lose my cool. Can't give into it. It's through. Hey, be cool. Training without me? that a good idea? Training? I mean,
I think it's a great idea, but won't your mom be mad if she finds out? Good point. But did you consider? No, it didn't. It didn't hurt, also. Mm-hmm. Anyways, grandfather wants to see you. Oh, grandfather. Right, okay. Here, then take this and send my regards to Sif, Lady Sif. And Atreus, see you later. And Thrud. Bye, Thrud. Midgardian boys are so weird. А какие у тебя еще? Can be good. The two of you, I swear. What's in the jar? Milk curd. Mom's favorite. It's his way of helping. Grandfather's in his study. Catch up later? Какой лейтер? А, стоп, подождите. Я же могу, наверное, что-нибудь прокачать у себя. Nicely equipped. What needs work? Нет. А, нет, могу. Там мне к бате. Sif in Thor's room. Everyone back home would freak if they knew I was in here. Wait, what am I doing in here? Окей. You don't understand. It's a lot more complicated than you think. You don't need to know why things are. But I'm old enough. This isn't about your age. Then what is it about? Because by this point, Magni and Modi were set on the path that led to their death. I don't understand. You never try to. Then help me. Why are you so intent to walk the same path? And with that boy, no less. It's not about him. This is my dream. Haven't you ever? You're not some farmhand. We're Aesir. We have duties, not dreams. And you need to start acting like it. Sometimes I hate you. О, подростки. Ладно. Так, я сейчас, наверное, закончу уже. Maybe Odin's down in this library. Сейчас же не отвечу. Giant that killed my sons here. Why? I can explain it to you, but I can't understand it for you. Stop letting your wife think for you. She's clouding whatever's left of your brain. This isn't about her. No, it's about your limitations. Accept them and move on. Now go smash something, will you? Honestly, I liked you better as a drunk. Loki, come here. Телепорт классный, конечно. I finally figured it out.
This is where you killed Amir, isn't it? The first giant? Tell me, can you murder a landslide? Smother a storm? He was more, a force of nature, a vessel of power. I was young, foolish. Saw an opportunity to create something more. I know you think it's cruel, but I did what I had to protect my own. Why build your house here? What's in there? I'm gonna trust you. I'm trying to tell you. In the wake of Amir's death, I saw something, the rift. Possibly the birthplace of reality. I looked inside and something was there looking back at me. It whispered to me things I couldn't possibly comprehend, but I knew they were true. When it blinded me, I thought it was over, that I'd never see inside again. And then I found this. And I knew that it would finally let me see the answers. You see, son, I don't know where I go when I go. There's no Valhalla for me. Ragnarok cannot be the end. I need to know there's something more than this. I need to know what happens to me. And that's the truth, I swear, on my last good eye. That's the truth. The writing on here talks about a cold breath. Breath. Wind. It's gotta be Helheim. Helheim, you say? I'll take it. And I know just the person to accompany you. I'm trusting you two can handle this responsibility. You can count on us. Oh, forgot to mention, Heimdall will be joining you. What a privilege. Oh, hold up. You don't want to walk into the blistering cold of Helheim without this. Efri Lau should keep you nice and toasty. You're welcome. Huh. Ymir said even Odin couldn't survive the cold in Helheim. You believe everything that old goat says? Rude. Too bad your first time outside Asgard has to be to Helheim. Nah, we're gonna make the most of this. Хельская задача. Ладно, все, на этом на сегодня хватит. Пойду заниматься своими кузьмичевскими делами. Все, давайте.